О, привет! Заходи. Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Проходи. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Наконец-то наступил тот день, когда я могу сделать официальную презентацию моей первой книги в бумажном формате. Это действительно волнительный для меня день. Потому что это первая моя книга в печатном варианте. До этого я выпустила 4 книги, но они все были в электронном формате, и я каждый раз, когда мой очередной покупатель получал свою книгу в электронном варианте, получала вопрос от него: «Бай, ну когда же будет бумажный? Ведь это же так приятно держать книгу в руках, листать ее, делать закладки, что-то подчеркивать». Вы же сами родом из Советского Союза, вы знаете, вы выращены на этой традиции бумажной книги, и вы знаете, что это такое держать в руках бумажную книгу. Да, конечно, я с лет с 5, по-моему, была постоянным гостем детской библиотеки, поэтому любовь к бумажным книгам у меня с детства, и она, конечно же, сохранилась до сих пор. Решение издать бумажную книгу, конечно, я приняла именно под вашим влиянием, под вашим натиском. Потому что издать бумажную книгу – это всегда более хлопотно, нежели выпустить ее в электронном формате. Но, наконец-таки, это свершилось. И вот сегодня я держу в руках свою первую бумажную книгу, которая называется «Записки доктора натуропатии». Очищение организма и переход на естественное питание. О чем эта книга? А по сути, это сборник из 4 моих книг, которые выходили до этого. И это пошаговая инструкция для тех, кто решил перейти на здоровый образ жизни. В этой книге ни одного слова теории, то есть голой теории ноль. Здесь на 100% мой личный практический опыт и мои наработки, все, что я собрала за несколько лет при переходе на естественное питание, при переходе на здоровый образ жизни и моя практика очищения организма. Как это повлияло на качество моей жизни, чего я добилась, какие я шаги совершала. Вот прямо пошагово, именно в плане инструкции, эта книга об этом. Поэтому я не постеснялась сделать на нее совершенно адекватную цену, потому что, не хваля себя, заявляю, на 100% аналогов я не видела еще. Я не видела еще книги на современном книжном рынке, в котором бы человек описал пошагово свой практический опыт оздоровления при помощи натуропатии. Именно вот в таком виде инструкции и в то же время, чтобы это была художественная подача. Совершенно верно. Несмотря на то, что мои книги написаны в стиле дневника, то есть пошагового описания всего, что со мной происходило, тем не менее я сделала так, что эта книга читается как художественная литература, потому что я сама люблю читать книги, написанные живым, интересным языком, а не сухим языком методички. Поэтому я постаралась вложить в эту книгу весь свой талант, все свои способности, которые были у меня с детства, и подать ее так вкусно и так красочно, чтобы вам не хотелось от нее отрываться. В эту книгу, как я уже сказала, вошли 4 мои книги. Первая книга – мой дневник очищения организма через условное голодание. Вторая книга – это книга о правильном выходе из условного голодания. Третья книга – 100 рецептов, простых и вкусных рецептов естественного питания. И четвертая книга, она как бы является заключительной частью, «Шашлык на десерт». Это книга о переходе на естественное питание. Я буду счастлива, если эта книга поможет вам перейти на здоровый образ жизни и поможет вам осуществить все ваши мечты и добиться
успеха и победы. Пока, до встречи. И посмотри еще вот это видео. Увидимся.